Добрый день, друзья! Сегодня сентябрьский обзор компакт-венов. Съемки делались в Кедайняе, Клайпеде и Каунасе. Перед обзором немного живого общения. Друзья, на канале в комментариях очень много вопросов, кому обратиться, чтобы выгнать автомобиль, там, растаможить или какую-то услугу под ключ, или чисто услуга перегона. Поскольку я сам не занимаюсь автомобилями, меня все время забирает канал, я нет ни на что больше времени. Я открыл специально форум для общения, потому что некоторые пишут, что им нужна услуга, а некоторые пишут, что предлагают услуги перегона, там, растаможки, заказа автомобиля под ключ. Поэтому, друзья, регистрируйтесь на форуме, ссылка в описании каждого ролика. Регистрируйтесь там, те, кто, кому нужна такая услуга, и те, кто предоставляют услуги. Потому что у меня настроены так комментарии, что кто предлагает свои услуги с телефонами, там, с ссылками, то этот комментарий идет в спам. Поэтому, кто предлагает данные услуги, регистрируйтесь на этом форуме, и все, кому нужна такая услуга, вас там найдут и смогут к вам обратиться. Так что, друзья, ссылка в описании каждого видеоролика. Заходите на форум «Перегон авто из Европы», регистрируйтесь там, и там вы найдете друг друга. Те, кто предоставляет услуги, и те, кому нужны услуги. Renault Scenic 2004 года. 2 литра бензин, автомат, кожа. Цена 2000 евро. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still. Hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are. Citroën Berlingo 2014 года, дизель 1.6, механика, цена 5950. Ford C-Max из Германии, 2009 год, 2 литра дизель, механика, пробег 179 тысяч,
Цена 3000 евро. Volkswagen Touran из Германии, 2003 года, 1.9 дизель, механика, пробег 237 тысяч, цена 2200. Ford Focus C-Max из Германии 2005 года, 1.6 дизель, механика, пробег 219 тысяч, цена 1800. Volkswagen Touran 2010 года, дизель 1.9, механика, пробег 196 тысяч, цена 5500. Volkswagen Caddy 2007 года, 1.9 дизель, механика, цена 4500.
Ford C-Max из Франции. 2009 года. Дизель 1.6. Механика. Пробег 223 тысячи. Цена 3250. Volkswagen Touran 2007 года. 2 литра дизель, механика, цена 4200. Honda FRV 2008 года. 2,2 литра дизель, механика, цена 3000 евро. Очередной автомобиль представит сам продавец. И замок что-то плохо работает, снял. А давайте я сниму. О, видите, вот, мягкий. Зато я ее и вот так, кожаный салон. Она внутри не чищена, ничего. Видите, вот, грязный. Только вчера мне привезли, вот, все. Кожаный салон, все. Но вот зато и продали. 269 пробег. Двигатель какой? 2 литра 103, как и все к основному идет. На том, 2 литра том, дизель. Оно, да, они основном так идут. А и год какой? 5-й год, как и тот. 5-й год. Ну, полная она, как говорится. Ну, как и тот, здесь кожаный салон. Все, ну вот я еще ее собираюсь чистить, все. Ну, как, эту крышу? О, видишь, все, все в мусоре. Так что можешь не снимать. И крышку будете делать? Буду. И сколько она будет стоить? Сейчас я даю за 2,7. Вот как сделано, сейчас 2,7, да. А как сделано? 2,9. 2,9. То вот и ее продали. Да, но...
моторе крышка есть. А, просто сняли сейчас. Я просто сверху немножко помыл, потому что, знаете, вот так, 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 видите, немножко помыто. Renault Grand Scenic 2010 года. Дизель 1.5, механика, комбинированный салон, цена 3950. Во время съемки попался продавец, у которого в этот день родилась внучка. Он возит машины из Германии, ему сам Бог велел с его-то корнями. Мать литовка, а отец немец. И при этом у человека большая ностальгия по СССР. Вот продавец. Правильно пьешь. Что закусываем, а? Вспомни те времена, ничего не было. Вот только такая. Нет, самая... она толще была. Помнишь? Она и нравится. Ну да. Тут же. На здоровье. Спасибо. Renault Scenic X-Mod 2011 года, 1.5 дизель, механика, пробег 179 тысяч, цена 4300. Opel Combo 2007 года, из Германии, дизель 1.7, механика, цена 2490. Volkswagen Touran 2006 года, тоже из Германии, 1.9 дизель, механика, цена 2800. Thank you.
Volkswagen Caddy 2009 года. Дизель 1.9, автомат, цена 4450. Рено Меган Сценик 2007 года, 1,6 литров бензин, газ, механика, цена 2550. На этом сентябрьский обзор компакт-венов закончен. В ближайшее время будет обзор по мини-венам. Смотрите нас, пишите комментарии. Если интересно, ставьте лайки. И кто не подписался, подписывайтесь. Всего доброго, друзья. До следующих обзоров.